Всем привет, дорогие друзья! Находимся в Крыму, в городе-регионе, городе федерального назначения Севастополе, на северной стороне. И сейчас отправляемся в парк Учкуевка. Вот этот знак – это Екатерининская миля. Такие знаки устанавливали в свое время, во время поездки императрицы Екатерины в Крым. Прогуляемся, все посмотрим. Здесь кафешка, там остановка, интернат в ту сторону. На паром и на катер перебраться на южную сторону Севастополя. Ну и пройдемся вот через центральный вход в парке Учкуевка. Здесь качели на входе, такие подвесные. Ну и вот центральный вход, сейчас пройдемся. Все посмотрим. На улице сейчас примерно плюс 20. Дует северо-западный ветерок, такой свежий, с моря. Поэтому в тенечке даже прохладно, вот в шортах, футболке не очень тепло. Но на солнце, где нет ветра, жарко, наверное, все плюс 30 есть. Идем вот по одной из аллеек парка. Траву вчера косили. Пахнет травой. Скоро вся трава выгорит, потому что в Крыму обычно летом трава выгорает, как сено становится желтое. Ну и смотрим здесь. Здесь вот детская площадка, там качельки, горки, места, где можно полазать. Это вот лжеакации. Цветут они как акации, тоже белым цветом. Но настоящие акации колючие, а это без колючек. Есть на Учкуевке и настоящие акации, они вот в той части находятся. Они с колючками, у них такие шипы большие. Ну и сейчас пройдемся дальше. Такие фонари, освещение. Сейчас пройдемся, вот впереди будут маки. Посмотрим все. Вот такие вот маки. В Севастополе и в Крыму их полно. Сейчас самое время цветения их, май. В Бахчисарайском районе, когда едешь, прямо целые поля красные. Ну и по Севастополю их полно. Вот там дальше целая поляна. Вокруг скосили траву, а маки оставили. Сейчас глянем ближе. Там вот типа туннель. Замысел такой, что плющ или что там посадили, должны обвивать, и как зеленый коридор такой должен получиться. Ну и вот эта полянка с маками. Вокруг скошена трава, а здесь оставили маки. Уж не знаю, специально их здесь посеяли в этом месте. Или сами они так выросли. Но по Севастополю маки дикорастущие. То есть они везде растут, просто здесь что-то их слишком много, и такое впечатление, что именно в этом месте их специально посадили. Не знаю. Возможно, посадили, возможно, сами так выросли. Но похоже, что посадили, потому что вот как бы здесь скосили, а посередине маки. Не знаю, как оно есть, но красиво, красота. Ну а так напоминаю, по Севастополю, по Крыму маки дикорастущие. То есть их полно, вот сейчас самая пора цветения. Видим Черное море вдали. Там снизу пляж Учкуевка. Хорошенький песочный пляжик. Народу сейчас еще мало купается, потому что водичка прохладненькая. Еще особо не было жары в Севастополе, как говорят. Курортный сезон еще не начался. Начинается он в июне. И сейчас вот с утра вышли посмотреть обстановку в парке Учкуевка. Здесь мы уже снимали неоднократно, в прошлом 2020 году и раньше даже. Ну а сейчас пройдемся, посмотрим, какая обстановка на сегодня, на 23 мая 2021 года. Это вот тоже фонари освещения, как в Уфе на набережной. Точно такие же. Туннели, похожие, как в Уфе в парке Первомайском. И плитка чем-то похожа.
Реконструкция Учкуевского парка была произведена за счет средств правительства Москвы. Так, посмотрим. Вот такое солнце. Яркое, но не жарко сейчас, потому что охлаждает ветерок. Там вот тоже типа детская площадка. Там вот лазать, качаться, всякие приспособления. Здесь в парке есть вот как дорожки из плиток, так и вот такие вот типа грунтовки. Ну, посыпано чем-то, какой-то крошкой, типа песочек. Есть и велодорожки, они асфальтированные. Ну, для скейтов, для великов. Конечно же, по ним можно прогуливаться. Такие скамеечки, урны. Так, ну и сейчас свернем вот на эту дорожку. Пройдем на смотровую площадку. Сворачиваем. Еще такие вот фонари есть с круглой верхушкой. Ну, то есть две разновидности фонарей. Вот такие и такие. А вот она, будем называть акация. Просто не колючая. Сейчас подойдем поближе. Вот ветерок с моря дует, колышется все. Такие листья. Сейчас вообще цветут акации. На Учкуевке я вот не вижу, чтобы были. А вот по городу идешь, по Севастополю, по северной стороне цветут акации, цветут каштаны, ну, уже акации вот эти. А здесь в Учкуевке уже вроде отцвели, что ли. Но не видно, чтобы цвели. Вот это вот центральная аллея парка Учкуевка. Мы пока идем на смотровую площадку. Вот она будет впереди. Центральная аллея вниз идет вот. Можно спуститься к пляжу Учкуевка. А мы пока идем здесь. Посмотрим вокруг. Идем вперед. Заходим на смотровую площадку. Здесь вот ограждение идет. Пройдемся туда. Здесь вот эти цветники лаванды, роза. Сейчас пока не цветут. Вот это вот лаванда. Цвести лаванда начинает примерно в июне. Но здесь, я так понимаю, какие-то сорта декоративные или не знаю какие посажены. В общем, они цветут и осенью даже цвели. Сейчас пока не цветут. Сейчас май. А вот роза начинает вот белым цветом. Начинает цвести. Здесь такие цветники. И вон там тоже маки видны вдали. Ну а мы движемся сейчас по смотровой площадке. Глянем на указатель. Называется здесь этот центральный павильон. Смотровая площадка. Вот парк Учкуевка. Правила поведения. Что запрещается. При поддержке правительства Москвы. Ну и всякая информация. Там с той стороны стоянка и еще один спуск. Дорога к пляжу Учкуевка. По этой стороне вот тоже туннели идут квадратной формы. Тоже по ним должны расти вьющиеся растения. Так, вот это настоящая акация колючая. Видно прямо шипы у нее. Вот она такая, акация. И вот это тоже. Колючие. Здоровенные шипы. Шлепки можно пробить, если на них наступить. Вот это туннель по этой стороне. Это вот абрикос. Дерево. В основном здесь в Учкуевском парке акации, абрикосы, ну и еще некоторые деревья. Миндаль есть. Смотрим с этой стороны.
газоны, цветники. Ну и центральная площадка. Дойдем до края площадки, посмотрим оттуда. Смотрим окрестности. И теперь на увеличение посмотрим на море. Ну и сейчас спустимся вниз, туда, на дорожке, пройдемся там. Здесь вот на смотровой в этой части такое покрытие, типа ламината. Похоже на ламинат, может это действительно какой-то ламинат для наружных работ. Честно говоря, не интересовался этим вопросом, но с виду как ламинат. Может плитка такая, может что, ну, похоже на ламинат. Ну а дальше переходит в плитку. В начале смотровой. Там есть площадка для собак. Кстати, сейчас пройдемся сначала рядом с ней, а потом уже пойдем вниз на центральную аллею, туда. Вот здесь стоянка большая. Работает она до 10 вечера. Потом с 10 вечера до 8 утра закрыта. И с 8 утра снова начинает работу. Один из туннельчиков. А вот здесь видно, обвивают его растения, вьющиеся. Вот глянем поближе. А вот он, такие листики. Ну и вот так вот растет. Уже вон до верху доросло в этом месте. Ну а мы идем пока дальше по этой аллейке. Сейчас слева будет площадка для собак, для тренировок, там всякие приспособления, как в Уфе в парке Первомайский. Даже такой же заборчик ограждения. Вот она, площадка для собак в Учковском парке. Всякие приспособления. Ну и рядом скамейки. Пожалуйста, информация по площадке. Ну и здесь вот вход, калитка такая закрывающаяся. Там дальше заправка. Местная крымская сеть. Ну и здесь вход-выход тоже в парк. Такие вот деревья, листья коричневого цвета. Это они не завявшие, не высохшие, а именно такой цвет листьев. Ну и идем сейчас на центральную аллейку парка Учкуевка. Такие камеры наблюдения на таких столбах. Это вот лжеакация, ну или как она правильно называется. В общем, не колючая акация, а вот то настоящие акации, колючие. Море такого синего цвета сегодня. На пляже, наверное, есть волнение,
солнышке, но не сильный шторм, но волнение наверняка есть, потому что ветер как раз примерно северо-западный. Но шторма нет. Если бы был шторм, было бы, наверное, посильнее ветер. Хотя на пляж еще пока не спускались, может и шторм. Пока гуляем в парке Учкуевка сверху. Проходим вот мимо центрального павильона, смотровой площадки. Нам сейчас нужно на центральную аллею парка. Там будет аллейка из этих, из кипарисов, кипарисовая аллейка. Ну и еще какие-то там деревья тоже высажены, цветник, понятное дело. Сейчас свернем туда. Вот ветер не дует, вполне себе комфортно, в футболке, в шортах тепло. Как начинает ветер дуть, сразу свежо, вполне себе можно и потеплее одеться. Вот, вышли на центральную аллейку, это вот роза. Пока еще не цветут, только там вот я видел несколько штук белым зацвели. И вот это лаванда. Пока еще никаких цветков нет. Только стебельки, листики, вот эти кустики. Такая лаванда. Вот, высажены деревья молодые. Похоже тоже вроде на акации, но точно не могу сказать, что это похоже на акации. Скамеечки здесь, вот, цветники. Идем по центральной аллейке, и там дальше примерно в середине будет кипарисовая аллейка. Здесь вот встали в тенечек от акаций. Скамеечки стоят. Ну и вот подойдем к настоящей акации. Такие листики у нее. Ветер, конечно, дует. Колышется. Также здесь вот видно полив. Вот эти трубки проходят. Это, видимо, капельный полив. А вот это семена акации валяются. Точнее, семена вот в этих коробочках длинных. Вот они, видно. На змей чем-то похоже. Можно принять за змею издалека, например. Ну и вот такой обзор вокруг. Сейчас пойдем туда, к кипарисовой аллейке. Рядом с центральной аллеей тоже маки здесь. Полянка такая, высокие. По колено примерно они. Вот сколько. Маковая полянка. Там сверху была, здесь тоже вот большущие такие маки. Лепестки у них большие. Вот гамаки. Поваляться, покачаться можно. И качели рядом там же. Так, еще маки. Колышется на ветру. Тоже здесь полив капельный, вот трубки проходят, видно вот. И вот впереди начинается кипарисовая аллейка с двух сторон, слева и справа. Кипарисы идут. Мы спускаемся вниз, к пляжу Учкуевка. Впереди будет летняя сцена, навесы для отдыха, где можно посидеть, покушать, поговорить, отдохнуть.
по той правой стороне, как к морю идти, спортивные площадки, памп-треки, всякие скейт-треки и прочее, на самокатах, на скейтах, на велосипедах кататься. Вот впереди видно такие бежевые, светлые, белые, в общем, можно сказать, навесы. Там столики стоят под ними, скамеечки. Здесь к низу побольше зелени. В самом низу парка Учкуевка, там будут даже высокие деревья. Есть такое местечко. Ну и вот смотрим по сторонам, тоже майки. Здесь трава еще не скошена, уже выше, чем по колено. Кипарисовая аллейка. Глянемся назад. Оттуда сверху мы пришли, спустились сейчас. Там наверху смотровая площадка, центральный павильон. Ну и выход из парка, тоже там же, в районе. Майки тоже, майки, желтые цветочки, синенькие какие-то, тут беленькие, всякие. Здесь техника уборочная. Парк же обслуживают, следят за состоянием. Шмель машина. Вот спускаемся в самую нижнюю часть парка. Там вот видно, цветет акация. В этой части. Ну и здесь высокие деревья. В этой части парка тенечек есть. Здесь прям шикарно. Высокие такие деревья, хорошо. Там вот есть туалет, и там еще дальше есть туалет, все бесплатно. И вот сцена летняя. Сейчас подойдем к ней. Ну и там дальше уже выход из парка, и дальше пляж Учкуевка, на котором мы пройдемся дальше, в следующей части. Здесь вот такие скамеечки полукругом. Вот этот туалет открыт. Идем к сцене. Сейчас мы ее смотрим сзади. Поднялись на сцену. Вот так это все выглядит. Вот она, сцена летняя. Ну и в следующей части отправляемся на пляж Учкуевка. Туда. Спасибо за внимание.